клинике «Северная» в Чебоксарах закончили ремонт входной группы. О том, что изменилось, кроме цветовой гаммы регистратуры, Ольга Пырочкина. Так выглядело фойе клиники «Северная» до ремонта. А так выглядит после. Пациенты довольны. Я еще помню, когда открывали первый раз эту поликлинику, это было 23 апреля 87 года. Сейчас ее просто не узнать в таком обновленном виде. Прям зайдя уже через порог, уже больная становишься взрослой. Однако основные изменения не бросятся сразу в глаза. Принцип бережливой поликлиники – наладить процесс обслуживания таким образом, чтобы максимально сократить для пациентов время ожидания в очередях, разделить потоки и упростить запись к специалистам. Так те, кто записался электронно, могут пройти к специалисту, минуя регистратуру. Пациент подходит, нажимает регистрация талона, вводит свой пин-код определенный и инфомат выдает талон. На путь бережливого производства стали 18 поликлиник, из них 9 взрослых, 9 детских. Поэтапно, пошагово, все учреждения здравоохранения из первого поликлинического звена, а потом и стационарное звено будет включен в бережливое производство. Во время ремонта учли и все требования программы «Доступная среда». В логистике перемещения, вообще в ремонте этого помещения учтены нужды маломобильного контингента. То есть здесь есть и тактильная, и цветовая индикация, есть система Брайля. Наша регистратура, она оснащена сегментом с пониженной столешницей стойки. Для маломобильных пациентов прием всех специалистов организован на первом этаже. Однако, если потребуется подняться или спуститься, к примеру, в рентгеновский кабинет, поможет специальный аппарат, который так и называется – ступенька-ход. Пока этим больше не может похвастаться ни одна другая клиника в республике. Пациент, как он, и там такой. Вот я его придерживаю слегка. На создание комфортных условий для пациентов из республиканского бюджета направили более 2 миллионов 300 тысяч рублей. Ольга Пырочкина, Алина Сусметова, Борис Андреев. Республика.